панорамка открылась. Я блукаю по этому кладбищу. В общем, не могу я найти эту могилу Александра Захарченко. Вон впереди три флага, какие-то висят. Может быть, там выбрался я наконец-то с того кладбища. Тут везде все в могилах, дороги все поперекрывали. Так, ну вот эта дорога меня должна привести к Донецкому морю. Сзади машина мчит. Он уже рядом. На часах 12 часов дня, в принципе, как и хотел, до 12 доехать. Что-то я все еду, а дорога все не заканчивается. Ну, смотрю на карту. Вот-вот уже с правой стороны откроется вид на Донецкое море. Решил я все-таки немного срезать. Так, там у нас что-то дорога подтоплена. Там рыбачат. Вон какие-то, какой-то райончик. Тут вообще тихо. Так, а мы поедем, наверное. И самое интересное, здесь сухо. По дорогам вроде лужи, а здесь грязи нет. Все верно. Я на правильном пути. Сколько сил потрачено, чтобы сюда доехать, елки-палки. Ну, вон, тут наверху дорога. А я вниз. Да, мелело, конечно. Да, тут надо как-то подниматься. Выйду, наверное, опять на дорогу. Тут какие-то футбольные поля. Ну, видно, что ухожено. Не заброшено. Вот оно, Донецкое море. Ну, честно говоря, я думал, что оно побольше будет. А оно, в принципе, не такое уж и большое. Так, надо бы спуститься к воде. Сейчас мы дойдем до той металлической конструкции. Зайдем на нее. Как-то она
она шатается так опасно. Тут еще, о, какая беда. Ого. У меня же голова кружится. Ничего себе. Высота. Я даже не знаю, сколько метров. Метров 20, наверное. Тут мусорка. И водоросли. Он рыбачит. Вообще была идея обогнуть и поехать по той дороге. Но, наверное, я этого делать не буду. Потому что это еще крюк. А у меня, как говорится, времени нет. Сильно далеко я заехал. И домой еще километров 30 педалить. А ну утка, утка, ныряй. Только что ныряла. Там вот даже видно полоса, вот она, где была вода. Уровень упал. О, утка нырнула. Опа. Ловит кого-то. Спуск, конечно, опасный. Подскользнуться не хотелось бы. Ну, как же побывать на Донецком море и не потрогать воду? Так дело не пойдет. Я думаю, она должна быть вообще теплой. Ну, тут мелко. Да, теплая и грязная. Ну что, ребят, большой лайк за то, что я сюда добрался, сам посмотрел и вам показал, какое на сегодняшний день в городе Донецке Донецкое море. Сейчас еду обратно. Мне надо добраться до улицы Одесской, по ней выйду на Ленинский проспект и уже по проспекту попаду в центр города Донецк. Это далеко. Пока камеру выключаю, ставлю ее на зарядку, потому что уже почти села батарея. Так что не переключайтесь, скоро буду. Я поехал не по Одесской, улицу, выехал на улицу Батенко.
меньше центральных дорог, больше таких поспокойней. Это я еду по микрорайону Бассе. Улица Урицкого. Какие-то белоснежные. А вот это то, что надо. Узкая дорожка без машин. Да, и вы посмотрите, как Бассе живет. Выезжаем на улицу Куприна. Только разобраться, в какую нам сторону. Дом кино заброшенный. Так, я выехал на улицу Ткаченко. Сейчас поближе подъедем к дому кино, посмотрим, насколько он убитый. Символика вылеплена Советского Союза. О, Кися. Красиво. У меня ничего нет.